Так, как вы с Ваней все-таки познакомились? Я сейчас буду просто нереально краснеть, потому что мне неловко. В общем, дело было больше полугода назад. Я выставила фотографию Вани. У него еще тут такой веночек был. Дальше он мне начал отправлять всякие разные стикеры с цветочками, сердечками. Боже мой, да, это было мило. Простите меня за это. О, боже.